началом лета. Сегодня 2 июня, 32 мая. Замечательный театральный фестиваль, замечательные театральные коллективы. Очень интересно, мне безумно нравится. Друзья, я поздравляю вас с началом лета, студентов поздравляю с сессией, школьников с окончанием учебного года, и я поздравляю всех студентов нашего города с тем, что у нас наконец-то появился такой замечательный студенческий театральный фестиваль. Передаем всем привет, всем хорошего настроения, с наступлением лета, с наступлением жары и приятного всем настроения. Всем привет, хочу передать хорошего настроения, хороших вам всем каникул. Приходите еще на наши спектакли в следующем году. Будем рады вас всех видеть. Передаю привет нашей театральной мастерской «Нити». Я всех очень люблю. Привет моим родным. Всем спасибо. Пользуясь случаем, передаю привет Путину, Карлсону, Медведеву и Винни-Пуху. Всем хорошего лета и хорошего настроения. Мы бы хотели передать привет актерам, сыгравшим в спектакле «Орфея Эвридика». Вы молодцы! А также просто всем отличного настроения. Дорогой Саратов, мы хотим поздравить тебя с началом лета, с началом этой прекрасной поры и пожелать всем жителям этого города благополучия и позитива. Все расцветает на улицах, и мы хотим видеть только улыбки на улицах нашего города. С новым летом! С новым летом! И хотим пожелать молодежи, творческой молодежи нашего города дальнейшего процветания и успехов. И побольше тепла, ребятки, побольше.